Ну что, воображуля, пришла и меня, говорит, сними, и меня сними. Да, повоображай, повоображай немножечко, Луняша. Красавишна моя. Ой, 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 да. Вот я скажи, какая красавица. Хвостик кверху, Луняшка. Яичко не стала кушать? Такие вкусные яички уж больно оказались. Думаю, дай-ка я девчонкам дам попробую. Луняшка нет, не стала есть, но она и не приучена с детства к яйцам. Анюшке понравилось яйцо, вон наворачивает. Оно прям реально такое оранжевенькое и на вкус вкусное очень. То сейчас эти магазинные яйца пустые все, бесцветные и безвкусные. А я сейчас поняла, что надо брать лучше вот которые маленькие такие, как они, С2 что ли называются. Вот они вкуснее гораздо получаются, чем большие. А большие все почти безвкусные. Да, скажи, Нюшка, я тоже заценила яичко. Хотя мы не приучали к сырым яйцам их. Но у меня когда-то был кот, он любил очень сырые яички. Котик был у меня. Думаю, дай-ка дам попробую. Да, скажи, Луняшка, не царское это дело сырые яйца есть. Я не стала, скажи. Ой, девчонки мои, девчонки, любимки. Мне скажи что-нибудь такое уже приготовленное. Стейк, бифштекс, яйцо пашот. Мне, говорит, лучше уже готовое блюдо, да? Королевна моя. Королевишна моя, красавишна.